Спасибо, что вы с нами, и мы продолжаем. А группа Ринго, вот, например, решила серьезно заняться работой. Буквально неделю назад у парней вышел новый клип «Money T». А сегодня они отсняли еще одно видео, и премьеры обещают сразу две. Ну, прямо активизировались. Хотели камбэка? Получайте комбо. Прямо сейчас группа работает над видео для трека «Алло». Название ближе к релизу может измениться. Ринго на стиле, в классике попытаются дозвониться до некой особы. Эта песня о том, что мы не можем добиться сердца любимой девушки, мы не можем ее найти, мы не можем ее догнать, мы не можем до нее дозвониться, абсолютно она обрубает все связи с нами. Песни пока нет в сети, известно, что у Батыра Байназарова снова есть рэп-партия. А что касается недоступных девушек, Аян Бирбаев до сих пор помнит, как в подростковом возрасте сам доставал красоток звонками и получал отворот-поворот. У меня лично было такое, что когда-нибудь я добьюсь успеха, и тогда ты будешь смотреть и говорить: блин, зачем я его в свое время отшила? Я был очень добрый. А девочки все такие, всем нужны бэтбои, и меня не ценили. Сразу после «Алло» планируется выпустить еще одно видео, которое уже отснято. Ринго пытаются экспериментировать с образами. Так в клипе «Money T», то бишь «Манит», артисты выступают эдакими плохишами-тусовщиками. Но не все оценили это. Жирный диск, клип «Пустышка», а музыка вроде ничего такая. Дроп современный, они хоть и ветераны, но смотрятся бодрее своих младших братишек. Весь Ringo World в кризисе. Слабо, ребята. Конечно, мы это все читаем, учитываем, но, конечно, сильно мы по каким-то плохим моментам не расстраиваемся, потому что, ну, как бы, творчество, оно очень субъективное, и каждый воспринимает его по-своему. Нам наша видеоработа на песню «Манит» очень нравится. Достаточно не в нашем стиле привычном, чего мы, собственно, и добивались. Что ж, скоро эти парни дадут новую пищу для обсуждения.